Что такое книга? Книга – это такая квадратная штука. Может быть, она и квадратная, и прямоугольная. Где там много страниц. У них есть картинки, которые можно смотреть, и еще их книги можно читать. Там знать о животных, о птиц, о дружбе, о заботе. И они еще полезны, чем от них очень от них будешь пятерки получать. Почему люди читают книги? Чтобы быть умными и не делать зло. Чтобы отдохнуть, ну, узнать всего нового, научиться доброте. Чтобы быть умным, уметь читать. Они узнавали о том, что было до нашей эры и что сейчас делается. Потому что им это интересно, чтобы развивалась память. Чему книги могут научить? Научить могут добру, хорошим приметам. Еще можно научиться, как себя вести правильно. Еще они могут научить, как кормить животного. Нельзя мусорить окружающую среду. Быть добрым, а не злым. В букваре можем научиться мы читать. В энциклопедии можем узнать об животных разных. Как, например, динозавром, как с ним говорить, как им пользоваться. Надо говорить по динозавру, а то так они не поймут ничего. Расскажи о своей любимой книге. У меня любимая книга «Аня задает вопросы». Там Аня задает вопросы, чтобы все-все знать. «Бременские музыканты». Это где животные стали бременскими музыкантами. «Сказ о войне». Это где военная техника и где военные защищают родину Москве. «Три поросенка». В этой книге «Три поросенка построили дом». Моя любимая книга «33 богатыря» и еще «Три богатыря». Ну, это где-то по подводное царство. Там идут 33 богатыря. Такой мультик тоже есть.